Ребята, здравствуйте. Посмотрите, у меня на рукаве настоящий снег. Вы посмотрите, я открыла машину. У меня здесь все заморожено. Вот такая у нас сегодня погода. Вся моя машина замерзла, полностью покрыта инеем. Посмотрите. И вот так вот белым-бело на траве, потому что все заледенело. А это я. Я вышла и просто одурела, можно сказать, от холода. Сейчас поеду я на работу. И это опять пар изо рта. Куртка у меня в машине, куртку не одела. Вот лень куртку одевать, не знаю почему. Но видите, вот машина вся заледенела полностью. Боже мой. Ну что вам сказать? Наконец-то дождались морозов. Сегодня 33 по Фаренгейту вот сейчас. То есть это где-то немножко выше нуля. 32 это 0. Хотя 0 это вроде не заморозки, но я не знаю почему. Вот такой вот кошмар. Такой вот кошмар. Снимаю на телефон. Поехала. Надо... Ой, господи, надо машину хоть прогреть. Ведь я же тут... Вы посмотрите, машина-то у меня бедненькая. Она же у меня... стоит. Машина-то у меня стоит на улице. Это у Вини обе машины красавицы стоят в гараже. Сейчас начнем пригревать машинку. Потому что, ну, это же безобразие какое-то. Как же это можно выдержать? Ой. Ну все. Сейчас поеду на работу. Буду включать перископ. Подключайтесь к нам в перископ. Сейчас здесь находится имя. Мое имя на перископ. Я буду рада вас видеть.
Итак, ребята, я прогреваю машину, сижу. Ну, то, что мне колотун, сказать, конечно, не могу, потому что уже в машине, и уже она прогревается минут 5. Но я вам хочу сказать, ого-го, холодина у нас во Флориде. Не знаю, не знаю, можно ли вообще это нормально пережить тем, кто привык к такой жаре. Сегодня понедельник, сегодня 24 января. Вчера с Винни мы украшали елку, и вчера мы с Винни отмечали 20 тысяч подписчиков. Отмечали на Перископе, нам задавали вопросы, Винни у меня отвечал. Отмечали, отмечали и лоханулись. Лоханулись почему? Потому что вчера, в воскресенье, не хватало 3 человек до 20 тысяч, а утром я встала, у меня уже не хватает 5 человек до 20 тысяч. Поэтому вроде как отмечали, но не по-настоящему. Но ничего страшного. Я все-таки думаю, к тому моменту, когда я подвешу видео, будет 20 тысяч. Да. Немножко я, так скажем, пролетела, как фанера над Парижем. Но ничего страшного, ничего страшного. Такая жизнь. Кто-то подписывается, а кто-то отписывается. Итак, как я сказала, сегодня понедельник, и я хочу всем сказать... Спасибо вам всем. Спасибо вам всем, потому что без вас не было бы меня на YouTube, без вас вообще не было бы ничего, без ваших комментариев, хороших, плохих, я не знаю, но все споры, все, что есть на YouTube, это благодаря всем вам, и все хорошие эмоции, какие-то, может быть, не очень хорошие, но эмоции — это всегда лучше, чем без эмоций, правда? Поэтому я всех вас благодарю за ваше время, за вашу дружбу, за вашу поддержку. Я благодарю, просто вас благодарю, и, как я сказала, без вас нет и нас. Поэтому увидимся с вами в следующем видео. Мы с Винни благодарим вас еще раз и очень любим. Винни постоянно спрашивает меня, ну как там в YouTube? Ну как там в YouTube? Каждый раз, когда я читаю комментарий, он, ну что ты там вычитала? Тебя все еще любят? Тебя еще все любят? Вот так вот он меня спрашивает, потому что когда я немножко переживаю за какие-то там комментарии такие более-более, он такой, ладно, не переживай, тебя любят. Я начинаю читать. Ну что, тебя все любят? Он так вот говорит. Ой, да. Ну все, девочки и мальчики, я сейчас снимаю с телефона. Я не знаю, какое будет качество. Ну, вроде качество в последнее время такое не очень плохое. У меня телефон 5S. Не поменяла еще до 6-го. У меня Игорь, дружок мой, этот муж Оксаны моей. Говорит, Наташ, нафиг тебе 6-й? Я, говорит, тоже с 5-м. Сижу, жду 7-й. Я говорю, точно, тогда я тоже буду ждать 7-й. Поэтому вот, ждем 7-й телефон. Сидим с 5-м. Ну ничего, качество вроде ничего, и я на Перископе каждый день. У Любы, конечно, качество намного лучше, но и мы надеемся, что 7-й будет еще лучше. Что нам приготовит Apple, никто не знает. Но я очень влюблена в продукцию Apple. Я без нее уже не могу. У Винни моего Android, я беру его в руки, я не знаю, куда нажимать, чего. Я даже не... Я говорю, я даже вникать не хочу, насколько я привыкла к Apple. Вообще, если привыкнешь к продукции Apple, уже ничего вроде не надо. Уже настолько она зависимость вырабатывает. Потому что, знаете, Apple вообще вот... как машина. Если ты машину умеешь водить, так умеешь водить любую. Также и продукция Apple. Какую бы ты ни взял, ты уже знаешь, куда нажимать, на какую икону. В общем, это, ну, супер, супер продукция. В общем, я начала с мороза и закончила Apple. Непонятно, откуда пришла, куда ушла, но уехала на работу. Всех вас люблю.